Внимание, внимание, после этой пятницы кто-то точно будет грести деньги лопатой. Так, стоп. Ну, короче говоря, вот, сейчас я покажу. В Читай-городе 16 декабря была скидка на все. В интернет-магазине 20%. А такое чувство, что скидка была аж 90%. Хотите, покажу, покажу. Ну, короче, как видите, тут большую часть книг вообще скупили. Видите, написано, где купить. Это значит, что там у них нет на складе нифига ничего. Особенно в разделе комиксов манги. Построил, короче, смели все. Я вообще думал заказать отсюда кое-что там. И бац, тут вообще все скупили. Реально. Просто взяли и все скупили. Видите? Где купить? Где купить? Да. Может, это можно назвать нападением книжных этих, как его там. Нападение книжной саранчи. Все почистую скупило. И вообще листал тут вниз, ничего не нашел, что можно было заказать. Пш. Ведь скидка, понимаете, всего 20%. Вроде бы как есть какой-то вес в этой скидке, но все же. Если заказывать все равно много, то все равно будет дорого. А тут бац, все. Нигде ничего нет. Ну, вот, меньше пострадали, конечно, обычные книги, но все равно там тоже. Немало оказалось. Ну и на этом заканчиваю свои новости. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока.